Всем привет, будни строителя, едем на объект, за нами едет вторая машина Дима, электрик, наш ростовский местный, хочет отжать у нас Оскар, об этом в других видосах. Жестко, короче. Привет. Да, да. Скажи. Наконец-то Оскар нашел своего обладателя. Ди Каприо столько ждал? 10 лет, 20 лет. Ты пару месяцев. А я полгода. Ну, пару месяцев, даже ноябре. Вот. Также всем респект, спасибо, до свидания. А, подожди, надо сказать речь, да? Спасибо моей маме, моей папе, моей семье. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я это... Посмотри на меня. Патрон. Про патрона надо отдельное видео снять. Строительная собака. Да. Самая. Короче, сегодня не дают нам закончить. Димон был в гости, теперь Юрочек. Сегодня, ну, короче, попадешь у меня в выпуск будни строителя. Да. Вот. Нам тут осталось совсем чуть-чуть, чуть по чуть. И это наша собачка Патрон. Она с нами уже на многих объектах была. Патрон! 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 Итак, у нас заканчивается наш объект. Вот пацаны прикручивают последний лист, теперь мы, да, который уже снимали, естественно, и заново ставили. Последний лист не вошел, как Саша, обычно. Покажи, слышишь, ну, наши профили самые прочные, Саша, ну подтянись. Не. Самые прочные, но не самые. Вот. Короче, что мы, закончили мы наши тут картоновые работы. Остается нам немножко прибраться. Сегодня был, конечно, отдельно мешали работать все, кому не лень. То есть сюда приезжали. Ну, все у нас осталось чуть-чуть буквально там убрать здесь. Ну, в общем-то, мы, как это называется, опять у них, опять не вошел. Третий раз, последний лист они перекручивают, так что не думайте. Зато все четенько. Да, зато все четенько, то есть все, что вам показывают, такие типы, как Руим, которых все четко сходится, это монтаж, знаете, точно. Все всегда прикручивается с третьего раза. Постановочно видишь. Так, что еще я хотел показать? Это как выгодно снимать. Так, ну все, мы даже везде лампочки повкручивали. Вот здесь мы уже убрали. Странное дело, тут куча песка была, так она тут и осталась, короче. Вот вам, кстати, плюс работы с лестницами. И мы вообще не парились. Куча песка, хрен с ним, лестницы рядом поставили, все. Какие подъемники, то есть подъемники, они очень долгие, то есть должен быть ровный пол, их катать, подгонять, не вариант. Ну, то есть если работаешь вдвоем, ну или один, там, конечно, вариантов нету. То есть, а если ты, ну просто мы же выполняем работы не только по гипсокартону, мы, ну скажем так, вот это у нас такая, так сказать, шабашка между объектами, да, там. Это, ну, простой такой объект, просто пришли, сделали картон и ушли. Соответственно, нам нужна, так сказать, ну, маневренность и скорость, то есть нам, ну, некогда особо. И так, барахла столько с собой таскаем, еще подъемники мы не таскали. Вот, как-то так. Ладно, мы же сегодня, скорее всего, поедем инструмент на наш другой объект отвозить. Может быть, еще встретимся. Мы закончили, тут смотрите, у нас саморез на три самореза, вот все, ничего без меня не могут. На три самореза лист висит, на три. В чем Женя, дело? Видел, Женя сам его и прикручивал по-любому. Он, смотри, сейчас будет отмазываться, что нет, это не я. Мы все-таки сделали. Ну и кто в этом виноват? Снимай быстрее, пока он не отвалился, мы его прекратили. Ну, короче, вот так, всегда следите за тем, что вы делаете. Особенно следите за всякими беспонтовщиками. Вот мы, короче, закончили, практически все убрали. Немножко подзадержались из-за того, что мусора было очень много. Ну вот комнаты мы сдаем. Крупный мусор весь убрали. Все чистенько, аккуратненько. Вот. А теперь самое интересное, вот это все мы должны забрать. Вот. Наш небольшой такой комплект, это только, мы здесь, с учетом того, что мы только картон, как бы, здесь сделали, вот столько получается гипсокартона. Потом мне некоторые люди звонят и спрашивают, Руим, а может, а нет, разговор обычно длится не так.
Алло, здравствуйте, а вы гипсокартон делаете? Ну да, делаю. А сколько у вас стоит? Я говорю, ну в зависимости от того, что и как. Да вы знаете, молодой человек, у нас тут чуть-чуть на 30 квадратов картона. Я говорю, нет, спасибо, я не работаю, не занимаюсь. А в чем дело? Я говорю, ну вы знаете, ну как бы, мне нужно привезти инструмент, то, сё, там. Ну, в общем, накладных расходов больше, чем мы там заработаем. Да, как бы, ну, если с таким негативом люди сразу относятся, как бы, ну, как бы, вот, ну, не работаем мы по 30, ну, из-за 30 квадратов. С 30 квадратов нужно вызывать, ну, немножко другую бригаду, чем нашу. Как-то вот привести все вот это вот дело из-за 30 квадратов. Причем здесь вообще далеко-далеко не все, вот, как-то так. На сегодня все. Подписываемся на канал.